Первый это явно новичок. Здравствуйте, Колесников, Старый Волк. Добрый вечер, Антон. Арсен, ну, уже не новичок. Очень, кстати, как бы я скажу, впечатление создалось, что человек соображает на щеках грамотой. Всем привет, давайте учиться. Бухтияр, привет, вам тоже привет. Почему-то вы недавно купили. Так, Малькова, тоже что-то недавно купили. Добрый вечер, Жемалдинов. Здоровья, удачи. Ну, Николай, это уже зубр. Сам легче читает. Так, брат Юрий, привет. Курган, добрый вечер. Так, Наталья, здравия, набережные Челны. Эльдар Артемовский, добрый вечер. Виноградов, здравия. Гречихина, добрый вечер. Так. Аксенов, здравия. Смотритель. Так, добрый вечер. Забежал на минутку, остальное завтра посмотрю. Хочу задать вопрос. У кого-нибудь получилось получить перед прививкой сеянца с культурным большим листом на менее культурный? Лишь что-то улучшить. Так, у меня только хуже от перепрививки. Я оставляю с крупным листом, и они действительно хорошо растут. Так а что, конечно, если у вас вот это так хорошо растет, вы его прививаете на дикаря, можете получить хуже. И без этого, ну, почему и нет. Вот. А то, что прививаю, оно дичает, и лист становится небольшой. Ну, знаете как, подвой. Как бы, ну назовем его дикарем, хотя это не совсем правильно. Прямой полудикарь. Прививаем полудикаря на дикаря, что особенного, что он дичает. Ну, не надо, не прививайте его. Но дело в том, что надо как-то умудриться брать количество. Я уверен, что это ваш пример, вот частный. Частный, он пока еще на нем выводы делать нельзя. Так, всем привет. А ранее перед прививкой вы решили, вывод сделали для себя, так? А если говорить для всех, то тут так получается. У человека нет лишних денег. Сотня в косточек может решить все его проблемы на ближайшие десятки лет. Вот тогда надо припевать такой на такой. Свинин, привет всем, Архангельская область. Снегирев, доброе время. Александр, в этом году у сельцевого абрикоса из культурных косточек изменился лист. Из длинного стал более круглым, хотя и не крупным. Ну что, это все еще то, что он вечером называл неустоявшиеся. Там гены бродят от папы, от мамы. Что особенного-то? Вот так, мне нужно минуточку отойти. Вот. Твой болит. Опять наступает сейчас. Дальше. Так, расскажите о груше мраморной. Растет дерево или в крону привито, подмерзает или нет? Морозостойкость у нее не очень. Это вы решили, что не очень. Вы пользуетесь стандартными этими. Это не первый раз, когда пытаюсь у меня что-то раздобыть, говорили, ну она ж не морозостойка. А результаты брались,
Ну, короче, на этом этапе это выглядит так. В большинстве случаев я абсолютно убежден. Берется дерево. Вот. Хорошего сорта, достаточно морозостойкости, для средней полосы России. Садится, вот, калечится. Вот усадьбы только сейчас показывали. Прям взял саженец, изувечил его. Сейчас кое-что, я потом восстановлю кое-что. У меня брат прислал несколько ссылок. И там как раз берется саженец и делается из него такого урода. Ой-ой-ой-ой. Вот, или, например, вот смотрите. Видите? Вот она сейчас так увлеченно рассказывает, она абсолютно убеждена, не понимая, что это все, вот это все погибнет. И вариант, который она предлагает, и этот, который, и этот, все это погибнет, по крайней мере, у меня в Сибири. Вот. Вот это все. Это я готовлюсь только, видите, как брат пришел. Вот. То есть в Сибири все надо делать наоборот. И когда вот вы потом посмотрите страницу из этого, из Курдюмова, да, долго ее искать, об этом вообще речь идет, что, к сожалению, мы не стали, как бы сказать-то, лидерами российскими в этих делах. Вот. Просто-напросто, да? Вот. И только очень узкий круг людей, вот смотрите. Вот видите, Север, Сибирь, зоны нужна ли северная обрезка. Это уже Курдюмов. Я хотел сказать вам, что, ребята, вот так мы остались узким, очень узким кругом. Вот это страшная вещь. А здесь получается, что нам от этого никуда не деться. Эта дама и ей подобные, они, то, что им бито было в башку, даже не думая, что и это гибло, 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 и это гибло. И то, что она обрежет на кольцо, сюда пойдет мороз. Часть этих самых так называемых проводящих путей, то есть сосудов, мороз уничтожит, вот здесь вот уничтожит. Ему ничего не помешает. Вот это будет примерно до середины. Потом там поселится трутовик, который будет проклинать, а который жрет только мертвечину. Я специально еще, наверное, вернусь для молодых. Фотографии подберу, чтобы 50. Причем все 50 будут в мою пользу. И тогда, когда здесь половина путей сосудов будет уничтожена, а вверху целая крона. Туда будет поступать меньше, меньше, меньше. Дерево потеряет силы. Его атакуют жуки, гусеницы, тля, все эти, все листоверт, как все, все это, валить будут на грибы, которые начнут есть мертвечину. Вот и все. А вот это, она-то такая, как самозабвенная, она даже понятия не имеет, о чем она говорит. Ее так научили. Это простейшее все, знаете, нет ничего проще, чем садоводство. Только его извратили. Вот это вот, то, что ей так нравится, вот этого ни в коем случае нельзя делать. Оставила пенек вот здесь вот. Вот. Уже все, вот эта вот часть будет служить пробкой. Просто пробкой. Вот. Примерно так же, как это. А ладно, опять повторяться не буду. Вот, ну и где мы сейчас там были? Нам надо вернуться туда, где мы были. Вот так случается, выйти я вышел. Теперь надо еще войти. Теперь войти. Ну ничего, войдем куда. Вот. Так не пустят нас, так что идем. Где мы остановились? Теперь груша мраморная. Вот. Я когда отвлекся, что я имел в виду? Берем дерево, калечим, оно теряет морозостойкость. Потом это укореняется уже в памяти тысяч тысяч садоводов, что морозостойкость не очень.
Вот. Чтобы знать, какая обороностойкость, прекратите калечить дерево. Идем дальше. Что тут написано? Если через гиб наличие, когда чернобая примет участие в вебинаре, ответьте на наши вопросы. Никогда. Сколько я убеждал, он уже отказывается сниматься. Я говорю, все, Дмитриевич, у меня накопились вопросы. Вот. Я тебя представил людям, как одного из лучших садоводов в России. Будь добр, это. Приеду. Я художник. Вот так это звучит. Ну, иногда, когда плоды, тут удается раскрутить. Когда выходим, плоды пробуем. Тут он, это, сдается. Так, чертим наличие. Ё-моё. Последнюю ревизию делала моя племянница, помощница. А ну-ка, буквально сегодня она тут справляла плюсики на минусики. Мне самому стало интересно. Так, груша. Ищем. Делаем экран пошире. Так. Мраморно. Есть, оказывается. Но я не думаю, что их там много. Потому что сколько чернобая нарезал, столько нарезал. Я у себя все из черенков смог срезать. Он меня опередил. Теперь это тот самый случай, когда я его догоняю, а не он меня. Так, теперь идем дальше. Валерий Костенович, напомните про продолжительность сертификации всех ваших культур. Так, давайте так. Ну, здесь я, естественно, я могу поискать, где у меня список составлен. Я скажу так, да. Абрикосы, груши. 2 месяца, яблони месяц, слива 3 месяца, это все округленно, слива 3 месяца, вот, персики 3 месяца, только какие еще там бывают, почти все сказал. Если что, напомните, что еще, я устал, я мог что-то упустить. К тому же сказать, что я здоров, не могу. Так. Олег, РБ. Это уже, я понимаю, не Республика Беларусь, а скорее всего Республика Башкирия. Добрый. А, нет, наоборот, теперь уже, а то меня поправляли. РБ это уже, мол, не Беларусь, а на этот раз Полесье, это значит Беларусь. Плюс 4, это плохо. Ой, я же рядом с вами, это Балтийская область, рядом с вами, вот, и меня один раз, ну, характер такой, в школе, в этой четырехлетке, в деревне была четырехлетка, учительница говорит, зима начинается с 1 декабря, заканчивается 1 марта, вот, ложусь спать, просыпаюсь 1 декабря, Все обзывали. Надо же, какая точность. И зимы были без оттепели. Все что-то изменилось, что-то сломалось в природе. Если по лесу плюс 4, по возможному у вас будет урожай хуже, чем у нас. И такое может быть. Все-таки декабрь, Новый год. Ой-ой-ой, а какой год был? Я даже не знаю, что было, потому что тогда связи не было с вами. С такими, как вы, Олег. Лет 10 назад. Белоруссия показывает. Февраль. Плюс 10. Ходят с грибами. Так радуются чего. А откуда же урожай будет тогда? Яблок, груш. Боже мой. Так, Эльдар. Неделю назад у нас температура воздуха доходила до минус 42. Это где у вас? Средний Урал. На этой неделе ожидается плюс 2.
И иногда звонят и говорят, или пишут, ой, караул, плюс два, все погибнет. Я говорю, да не бойся, это все. Не успеет проснуться. Если плюс два, несколько дней, это еще не беда. Вот Басов, добрый вечер, Виноградов, ждем на днях, плюс три дождь. Поздравляю, что скажу. Фактически, для меня сын где-то Самара, да? Самарская. Скорее всего, это, можно считать, что мы на юге. Тоже ничего хорошего. Так, мраморное дерево растет или корни? Нет, как дерево, имеете в виду, что семечко выращено? Нет. Мы так не выращиваем. Культурные у нас все только привиты. Только привиты. Вот. Наталья, Валерий, спасибо вам за информацию. Купила в середине лета сад, так, на котором растут груши. Не знаю, какого сорта. Но белка яблонь, он тоже. Саду больше интересует. Сегодня я поняла, что спасибо яблоньку. И остается шансов. Но все же я попробую. Как вы говорите, тренироваться надо на трупах. Лучше оставить эту яблоньку в покое, если действительно больше 30 лет. Я бы вам посоветовал. А, то, что яблони груш парше, это нормально. Тут, правда, не написано, где вы живете. Давайте так. Кардинальная обрезка. Вот. Мелкие веточки не трожьте ни одной. Выберете. Обычно дерево это скелет, там 5-10, больше скелетных веток. Вот. Вот их-то и обрежьте, оставляйте где-то четвертую, пятую часть от ветки. Буквально было. Остальное все. Прямо, вот знаете как, я как-то в одном фильме показывал. Вот мой помощник взял, здоровенный абрикос. И этот мы выпиливать не будем. Вот так вот, пять веток. Берешь, два, три секунды, пять секунд, пять веток на несколько секунд. И все, дальше я торцы потом краской замазал. Все. А теперь не облажится, мне же фотографии. Уже еще не было, фотографии есть. И тут же пошли вот эти вот. Вот это и есть омоложение. Но не так, как для того, чтобы был получасовой ролик, перед тем заработать. Вот, залазит на дерево и начинает кромсать, кромсать, кромсать. Причем ему все равно даже что-то кромсать, иначе зачем он залез. И он уже не выбирает. Нужно влево растет, вправо, вверх, вниз. Кромсает, кромсает, кромсает. И я смотрю, и потом иду за влево дал. Вот так, друзья. Такая у нас жизнь. Вот такая у нас жизнь. Так что, тысячелетие яблони, будьте добры. Кардинально обрежьте, а значит не знаю, что она будет. Возможно, она еще не будет трупом, как вы говорите. А, на мерзких цунах вы живете. Ну что, Волга? Кажется, Волга. Кажется. Вот. А это хорошее место. Это садоводство. Так, что теперь? Что теперь, что теперь? Теперь надо прощаться, друзья. Теперь будем прощаться. Может, я еще сказал то, что хотел. Опять говорил долго, подробно. Просто по-другому не умею. Так. Впереди неделя. Она еще не новогодняя. Новогодняя неделя потом выпадает как-то из этой из практики. Вот, потом окажется, что все-таки что-то кончилось. Поэтому давайте делайте закаты сейчас, кто всерьез надеется на то, чтобы вырастить сад. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, останавливаю трансляцию.